Так, Дмитрий, это первый заход в воду. 17, 10, 15. Если что, кричите. Женя, ну это абсолютно другой уровень, ты посмотри. Он практически как Филипп Пите по канату. Только он по воде. Ну придется нам теперь на другой берег плыть. Я вообще не собирался. И этот человек осчастливит человек 10 своей стрижкой сегодня. Можешь себе представить? Элитный. Круто. Дмитрий, пару слов. Круто вообще. Вот это супер. Ну, ты то ли на камеру такой смелый, то ли действительно. Это все к тому, что пока вы спите, кто-то прокачивает себя во всех смыслах. Ну, с крещением белгородским тебя. Спасибо. Давай, беги.